попробовала один из самых простых вариантов. Это просто обычную сетку. Один ряд у меня проходит столбики. Три столбика. Не помню, с одним или с двумя. С одним накидом. И 5 воздушных петель. В обратную сторону я вяжу один столбик с накидом. Вот, 5 воздушных петель. Столбик с накидом, 5 воздушных петель. И таким образом мне удобно. Я в эту сторону вяжу столбик, 5 воздушек, а в обратную я вяжу 3 столбика, 5 воздушек, 3 столбика. То есть немножко ее загущаю, затемняю. И так как, чтобы у меня было нерегулярное, я поворачиваю туда и обратно. То есть довязала 2-3, развернула, довязала, развернула. Вы выбираете любой рисунок. Допустим, если вы вяжете сюда, не в эту сторону, то в эту сторону вы вяжете 3 столбика с накидом, 3 арочки какие-то, да? Потом опять вы в другую сторону вяжете столбик, тоже из 5. Тут-то, в принципе, тоже можно 5 подбирать, но так как мы все время вот этот вот ритм сбиваем, туда так вяжем, туда так вяжем, то получается, вы можете регулировать натяжение сетки. По идее, здесь получается, что когда вы добавляете столбик, у вас же, ну, может быть расширение, то есть лишнее что-то. Так как вы по-разному будете поворачивать, то ничего страшного, вы там как-то разберетесь. Допустим, мы можем другую какую-то сетку взять. Ну, вот мне нравится в эту сторону удобнее вязать, когда вы вывязываете там столбик с арочкой. Какие варианты можно еще использовать? Другие варианты использовать. Ну, давайте возьмем, например, кукурузное зерно. Вы, например, берете вот кукурузное зерно и меняете другой элемент, да, в эту сторону опять вы вяжете таким образом. Можно сетчатые делать, то есть не филейные, вот когда идет столбик с воздушками, это у нас филейные клеточки. Это вот у нас будет пышный столбик. Вы провязываете, а между ними арочки. Почему бы и не там, выбирайте 5. Да, можете 7 брать. Так, и так, вот у меня кусочек. Я связала в эту сторону со столбиками. И теперь хочу в обратную. Я вяжу в 2 ниточки. Это у меня крючок 0,9. Пряжа идеально подходит по цвету. То есть это филодискозия, а это вот у меня пряжа бобинная. Теперь разворачиваю в другую сторону. Ну, допустим, штук 9-10, чтобы у меня такая петля получилась. И в обратную сторону, видите, я делаю захват сверху. Я провязываю один столбик. И так как у меня здесь идет немножко на уменьшение, то можно где-то что-то пропустить. Опять столбик. Хотя можно, конечно, разворачивать. Большая дырка. Вот что-то я... Да, вот у меня кусочек вот такой. Ну, немножко другая у меня получается. Я же говорю, чтобы разобраться во всех тонкостях, вот хорошо бы... Тоже мне надо где-то посмотреть в дуплете. Так, большая дырочка, поэтому я просто прикрепилась глухой петлей и могу опять иду сюда. Вот так поднимаю дырочки, над которыми буду вязать потом столбики. Вот если у меня расстояния не хватает, значит, я кое-где добавляю еще один столбик под одну арочку, вот таким образом.
Так. И что тут? Тут можно и глухой, можно и столбиком. Смотрите сами. Если нужно формировать одинаковые размеры, то старайтесь, чтобы были одинакового размера ячейки. И теперь в другую сторону вяжем столбики. Допустим, один столбик. Не, лучше арочку. Раз столбик. Два. И третий столбик. Так, теперь смотрим, обязательно периодически я откалываю и возвращаю на свое место. Я вот как бы сдвигаю эту сетку, чтобы она не натягивалась, да, чтобы она была вот ровно лежала, как она и есть. Потому что если ее вот так растягивать, она потом спружинит все равно. И тогда будет вот та самая усадка большая. Все, вот она вернулась как нужно, вроде бы ничего не стягивает. На новом месте ее зафиксировали и провязываем дальше. Так, по 3. По 3 столбика. Чтобы не было рядов, тут бы желательно, скажем, повернуть еще раз. Либо сбить ритм, убрать арочку и здесь еще связать столбик. Потом опять повернуть. Вот как вот здесь, видите, в этих местах. Вот 2 столбика, раз, и разворачиваем в другую сторону. Ну, давайте попробуем. То есть я сбиваю ритм. Следующую арочку делаю 3. Теперь разворачиваю. Там штук 9-10 воздушных петель. Сколько вязать, вы сами регулируете, чтобы у вас размеры ячейки были такие, как вам нужно. Вот вам нужно маленькие, значит, вяжите маленькие ячейки на глаз. Я связала вот 4 арки из 5 воздушных петель. Кусочек. Теперь нужно... Можно еще за эту захватиться и пойти в эту сторону. И тоже немножко сбиваю ритм. Я вяжу не 5 воздушных, а 1 воздушечку и провязываю столбик. То есть тут как бы маленькая получилась, ну ничего страшного. Либо можно 1 воздушную и, допустим, столбик с 2 накидами, чтобы была побольше дырочка, но в то же время столбик был немножко наклоненный. И теперь разворачиваемся в эту сторону и начинаем провязывать под арки опять по 3 столбика.